Картинная галерея на рельсах столичного метро. Художественный поезд под названием «Акварель» видел и запомнил наверняка каждый, кто был в московской подземке. Это произведение искусства перевозит пассажиров вот уже 5 лет. В этом году облик поезда решили сменить. Это был проект Сергея Андреяки и его школы. Именно им мы обязаны, этим поездом, они его придумали. Они предложили этот проект руководству метрополитена. И после этого мы заказали в Мытищинском вагоностроительном заводе особый поезд, который был сделан как поезд выставочной галереи. Поезд обклеен специальной сверхпрочной пленкой. Сейчас ее заменили на такую же, только с новым рисунком. Дизайнеры разработали узор на основе картин художника Сергея Андреяки. Все 5 вагонов состава оформлены в разных стилях. Приятно глазу. Едешь с работы, с учебы. Конечно, нравится. Лучше, чем серые. Внутри, как на выставке, 35 репродукций из собрания музея «Бородинская битва» размещены на стенах вагонов. Экспозиция в поезде меняется каждый год. Здесь уже побывали копии картин Пушкинского и Государственного русского музея в Третьяковской галерее. Для того, чтобы поездка в метро еще больше напоминала пассажирам посещение музея, руководство метрополитена позаботилось о комфортной атмосфере внутри вагонов. Вагоны поезда «Акварель» нового поколения. Здесь прекрасная шумоизоляция. Вот, например, сейчас мы подъезжаем к станции «Партизанская», и, как вы можете убедиться, в вагоне достаточно тихо. Также здесь работают кондиционеры, так что ничто не помешает вам насладиться искусством в пути. Посетить передвижную выставку можно на Арбатско-Покровской линии московского метро.